Слушайте, очень такая противоречивая, сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, аксиома. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости. Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это какое-то роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план. Ну, не знаю, и то, и другое. Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых каких-то высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Мы очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует.